Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Давай-ка заберем награды и посмотрим, что нам нужно сделать. Сделку. Давай-ка мы с тобой быстренько сделочку сделаем. И это будет у нас... Так, 10... Сколько карточек? 19 карточек на лям? Да ну. Это слишком жирно, как по мне. Давай что-нибудь про еду посмотрим. Так... Сколько? 14 карточек на... Да вы что, совсем что ли? Мегистоты... Вот его можно, наверное, поменять. Как бы не особо он мне нужен. Так, это мы с тобой сделали. Использовать ускорение. Так, собрать 3 мода. Потратить, опять же, дофигища еды. По поводу еды мы сейчас с тобой потратим. Так, эволюция прошла. Угу. Держи карман шире. Ладно, продолжаем тогда. Давай дальше смотреть. Тут у нас скафагнат тоже, да, не собирается завершать. Ладно. Так, и последний. Эдиуморфодон. Ну вот, вот совсем другое дело. А ты говоришь, мы не потратим 20 тысяч еды. Потратим, только у нас нет с тобой. Хотя, подожди, есть, есть, ребята. 20 тысяч еды это один раз. Вот и все. Блин, мне не хватит, да, наверное, или как? Раз, два. Все, 20 уровень у нас Эдиуморфодон. Я представляю, как он будет теперь жестко бомбить. Так, что у нас там? Кто? Где? Не успел посмотреть. Забираем с тобой здесь награду. Использовать ускорение. Так, собрать моды. Канозуйску. В общем, все понятно. Теперь смотрим, какие у нас события доступны на сегодня. Так, схватка редких плюс визит важной персоны, водная волна и схватка чемпионов. Победить 9 противников. Я понял. Ну что, попробуем одолеть это все дело. Ну что, нам понадобится, наверное, тилозавр. Гигант. Кстати, Артакон тоже не прокачанный полностью. Ладно, возьмем его и, наверное, Ромалиозавра. Или Архилона лучше. Нет, Ромалиозавра. Поехали. Нам придется делать, скорее всего, откаты. Так, плезиозавр. Ну, я, наверное, сделал... Блин, как тут, наверное, все-таки вот так придется сделать. Да? Артакончик. 41 атака по мне. Ну, само собой, он ничего не будет делать. Само собой. Давай пропишем ему хорошечно. Хобаная. Так, дальше у нас кто выходит? Дунклиастей. У него 106 к атаке. 3 очка действия, сколько он будет тратить? Ну-ка, покажите мне. Несколько. Тогда сделаем вот так вот. Так, тоже в топку. Подбили. Анхапристис вышел у нас. Он постоянно на 1 очко действий больше себе, да, скажем, разом бьет. Хорошо, раз, два, три. И вот так сделаем. Проверим. Здесь, ну здесь мы его не убьем, конечно, сразу же. Сейчас, ты смотри, 6 очков действий. 6 очков действий. 3 из них он тратит. Сейчас я сделаю некую проверочку. Раз, два, три. Раз, два. Понял. Значит, он 1 очко действий оставил себе. А, вообще ничего не ставил. Окей, окей. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну все, мы его добиваем. Так, теперь у нас выходит Бакулит. 6 очков действий. 3 тратит. 3 оставил, да, на потом. Раз, два. 3, 4. Проверочка. Ну вот, как раз этого достаточно, чтобы его уничтожить. И дальше идет у нас Ихтиостега. Или как, Протостега, по-моему. Да, Протостега. А, Псифодерма даже, ё-моё. Ну, Псифодерма здесь вообще отдыхает. Как ты видишь, 37 к атаке. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, проверим вот так вот. Ну и отлично. Что я могу сказать? Все поставил чисто в блок.
Он все поставил в блок. Ладно, сейчас попробуем по-другому. Раз, два, три. Раз, два, раз. Вырубаем его, получается. Все, идет на дно кормить рыбок. А у нас выходит эласмозавр. 189 к атаке. Сколько же он будет тратить? Угу. Ну что, нам нужно его как можно быстрее заколбасить, получается. Я беру рамлеозавра здесь. Раз-два. Раз-два, проверим. Три защитки взял. Ну и как ты будешь все это распределять? Нам пока неизвестно. Раз-два-три. Раз-два-три. Да ты глянь, а. Ну хорошо, 5 очков действий у него. Да, эти поединки очень долгие, ребята, поэтому быстро тут ничего не получится. Даже вот так, 2 очка действий он оставил себе, да? 2 очка действий, значит, нам нужно где-то 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, вот так вот. Хорошо, этого вырубаем. Ну и выходит следующий. Стиксозавр. У него 47 к атаке, это вообще, ребят, ни о чем. Разбомбим только шорох. Только шорох. Раз, два, три, четыре. Наверное, так сделаем. И еще два в бонус. Все, все, все. Гудбай. Генерия сейчас появится. 285 к атаке. Вот это уже серьезный вызов. Тут нам, скорее всего, кранты. Да-да-да-да-да-да. Да выпендривался, да, короче? Так, а мы теперь смотрим, ребят. Ну, нам достаточно одну атаку провести по нему. Сделаем следующим образом. Раз, два. Раз, два, три. Раз. Все. Идет ко дну. Ну что же, получается у нас последний. Это у нас мегалодон. Ну и здесь просто вот все сливаем с тобой в атаку. И ему крышка. То есть первый бой у нас прошел на ура. А вот в следующем как нам быть? Вот скажи-ка мне. Мы с тобой потратили, считай, всю самую элиту. Так, а что тут вообще за награда у нас? Слушай, ну награда-то шикарная будет. Сейчас, кстати, подожди-ка, я вот здесь вот кое-что гляну. Так, у нас олень готов. Даже не олень это. Больше похож на лося на самом деле, но... Ну, олень. Олень, пускай будет олень. Так, здесь у нас еще кто-то, да? Ага. Генодус, по-моему, его увеличать. Эту черепаху. Отлично. Опачки, значок собрат. Ну-ка глянем. Забрать. Так, у нас тут додикуруса нету еще. Ну, очень много кого нам нужно еще найти. Сам видишь, да? Так что в процессе поиска. И здесь у нас, ага, эласмозавр, по-моему. Точно. Мы его тоже помещаем. Но эти у нас созревают потихонечку. Значит, здесь мы с тобой можем вывести. Кстати, надо ускорить. Бесплатно. Пока есть такая возможность. Поместить. Нам три ускорения нужно сделать. Майюнгозавр. Тоже бесплатно. Помещаем. Что? Хотите? Конечно, хочу. Здоровски, да? Выводим бесплатно и 60 ДНК еще и в плюс имеем. Коллаборинг. Вывести. Поместить. Все. Задание это выполнено. Забираем награды. Ну и продолжаем наши, как говорится, поединки. Поехали. Водная волна. Ух. Так, значит, тут опять же 9 противников. Ну, я не знаю. Можно пока взять Ардакантуса. Взять Плезиозавра, что ли? Или как? Даже вот, честно говоря, пока не знаю. Ну, тут Рамалиозавра, ну, по-любому нужно забирать, понимаешь? По-любому. И все-таки
Вот так вот. Хотя он недорого стоит, всего 42 доллара. Нормально, ребят, нормально, все. Поехали. Я думаю, три поединка мы осилим здесь. Так, 365. Значит, Бакулита сразу вырубаем. Получается, с одного удара. Да, Артакантус? Опять куда-то у нас музыка исчезла, не знаю, в чем проблема. Так, выходит Мегалодон. Посмотрим, сколько у него там чего. У него классовое преимущество перед нами. И мне это совсем не нравится. Две атаки, ты прикинь, делает две атаки. Вот же чара-то где. Так, мне классовую можно посмотреть? Превосходство. Как раз против кронозавра, нормально. Значит, здесь мы с тобой делаем две атаки. Вырубаем Мегалодона. И кронозавр, в принципе, нам ничего не должен сделать. Потому что у него классовая слабость будет перед нами. Хотя 83 к атаке, я бы не сказал, что это опупенная слабость. Интересно. Раз, два, три. Отлично, пробиваем. Выходит Бакулит. А вот потом с Мегалодоном надо быть поаккуратнее. Что Бакулит у нас делает? Ничего. Так, мне кое-что нужно глянуть. Против Мегалодона очень хорош ракушник. То есть армалиозавра мне надо брать, по идее. По идее. Давай-ка я попробую сделать вот так вот. Раз, два, раз. Видишь, тилозавр мощный именно по атаке, ребят. Но по хп слабоват будет. Ну что, Бакулит, почти все сливает. Одну очку действий он там оставляет себе. То есть мне достаточно сделать две атаки. Раз, два. Раз, два. И вот так вот. Хорошо, мы вырубаем. Выползает Мегалодон. Давай, давай. 165 урона у Мегалодоша, как ты видишь. Смотри, что делает, ожог. Получается, он все слил. Все это или нет? Раз, два. Раз, два, раз. Проверка. Отлично. Но мы на одном тилозавре далеко не уедем, я тебе скажу. Но здесь еще можем повоевать. Тут у нас два, да, идет. И потом еще доказавр пойдет. Ну, давай я сделаю так. Раз, два, три и раз, два. Ах ты, жук ты навозный. Посмотри. Ладно, учтем. Все будет сливать. По-моему, нам крышка, ребят. Плохо. Это очень-очень плохо. Ну, раз он все слил, значит, раз-два, раз-два. Остается три водоплавающих динозавра у него. Ох, ё-моё, 288. Но он не стал что делать. Блин, неужели Артаканту собрать? Ладно, возьмем Артакантуса. Шиш с ним. Раз, два. И вот так. Ты гляди. Взял именно, ребята, две защиты. Дело дрянь. Дело дрянь. Я не знаю, как мы здесь будем выигрывать. Раз, два. Раз-два, раз-два. Ну, как-то так вот. Блин, я еще и не добил его. Ёпарасоте. Я еще и не добил этого докозавра. Ну, все, тут крышка, ребят. Раз-два, три. Зачем? Ну, ладно, здесь вырубаем. Блин, еще два динозавра впереди плавающих. Лептоклейд. Ну, ладно, лептоклейда, возможно, мы сможем как-то победить. Ну, там, опять же, доказавр идет. Что вот этот лептоклейд сделал сейчас? Я фиг его знает, ребят. Раз, два, три. Давай посмотрим. Ха-ха, три защиты сделал, прикинь. Такс. Ты смотри. Ты смотри, что вытворяет, а? Раз, два, три. Раз, два.
Три и раз. Ну, допустим. Мне надо, чтобы у меня осталось... Так, одну очку действия он оставил себе. Возможно, поставил на защиту. Возможно, ребят, но это не факт. Проверим. Угу. Остается последний доказавр 23 уровня. Классовое преимущество, ребят, но мало здоровья у него. То есть, есть шанс его забомбить. Есть. И я попробую сейчас это реализовать. Все, победа. Победа, вторая. Блин, я уже думал, все, ребят, сольемся. Немножко даже грустно стало, но теперь я полон оптимизма, потому что мы выиграли здесь. Но радоваться еще конкретно рано, потому что еще один бой у нас будет. И здесь я все-таки возьму наших суперэлитников. Поехали. Раз, два, три. Все доллары заработанные потратил просто. Так. Анхапристис, да, у него здесь? Ну, здесь мы, наверное, с тобой сразу сделаем. Слушай, против водных идет. Ну да, да, нам нужно брать вот этого парня. Оу, две атаки, ничего себе. Ты... Ладно, хорошо. Отчаянный ты, конечно, Анхапристис. Давай следующего Анхапристиса выводи сюда. Так, здесь уже пойдет сразу же ракушник, да, вот этот вот, коралловый. Давай глянем, что у нас против кораллов. Ну, в принципе, мы здесь можем тоже выстоять пока армалиозавром. Значит так, раз, два. Раз, два, проверим. Угу. В топку. Пока все идет вообще идеально. Выходит Леоплевродон. Четыре атаки. Ну, четыре очка действия. Ну, я думаю, он в атаку все это. Ну, почти, почти угадал. Одну очку действия он все-таки оставил себе. Так, а ракушники против слабы. Нам надо брать вот этого. Вот этого парня. Раз, два, три, четыре. И вот так вот. Ну, бакулит, я думаю, нам ничего не сделает. Да. 64 к атаке имеет. 4. Ну, что он тут сейчас сделает? Посмотрим. Оу. Все-таки атаковал. Так, а там дальше идет ракушник, да? Ракушник. Значит, мы с тобой возьмем вот этого паренька. Короче, так сделаем. Раз, два. Раз, два. В топку. Да-да-да. Бакулит, иди отсюда, не мешайся. Тринакрумирум. О как. Трешечку нам влупляет. Два очка действия он оставил себе. Значит, мы сделаем с тобой раз, два, три. Раз. Раз, два, вот так вот. Ну и шикарно. Так, остается их четверо. Стиксозавр. 146 к атаке. 4 очка действий. У меня 2 защиты. Защиты мои впустую пролетели, да, получается? Так, можно посмотреть по классовой специальности? Да, армализавра возьмем. Возьмем, потому что здесь уже двое идут. Раз, два. Раз, два. Вот так вот я, пожалуй, сделаю. Угу. 6 очков действий. 4 тратит. 2 оставляет. 2 оставляет. Значит, нам достаточно сколько сделать? Раз, два, три. Раз, два, раз. Вырубаем. Вырубаем. Так, следующий. Кайвикея выходит. Так, ну тут уже посерьезнее, да? 73 атаки. Ты посмотри, какой жук, а?
Раз, два, три. Раз, два, вот так вот сделаем. Ах ты какой проныра. Так, я думаю, что мы выдержим, надеюсь на это. Все, давай все сливай, пожалуйста. Ну, почти все сливает. Одну очку действия оставляет, но тут доказавр. Против доказавра. Это же два последних у нас идут, да? Кайваке и доказавр. Сейчас глянем. Да, отлично будет. Как раз и против доказавра пойдет у нас. Раз, два, три. Вырубаем, короче, мы с тобой Кайвикею. И выползает доказавр. 111 к атаке. Ну, тут понятное дело, сейчас он нас вырубит. Ну, естественно, он все сливает. Но ты не забывай также, что у нас есть Артакон. Ему достаточно сделать всего лишь одну атаку, но я буду сливать, соответственно, все. Ну вот, доказавр доигрался. Все, ребята, идеально мы прошли с вами это событие. Теперь остается только лишь получить награду. Я надеюсь, что не обидят меня в плане легендарочки. Поехали. Ох ты, Зухамим, друзья мои. Не было у меня такой карты, и вот теперь она появляется. 650 очков доверий. Слушай, я очень рад. А что у нас? А, это через один день будет доступно. Зухамим. Круто же. Обожаю, когда мы обрастаем с вами легендарными картами. Ну, потому что потом есть выбор кого-то взять. А это еще 7 часов будет, да? Прианозух, по-моему, его увеличать. Так, ладно, мы с тобой берем Зухамима. А если мы его выводим, он нам будет доступен или нет? По-моему, нет. Один день, 8 часов. Подождем, ничего страшного. Так, и переходим с тобой сразу еще на следующие события. Какие у нас остались? Схватка редких плюс визит важной персоны. Это что у нас тут? Карнораптор, Велоцираптор и Протерогеринус. Ну, в принципе, ребят, я не вижу здесь вообще никаких проблем. Берем раз. Здесь, я представляю, Эдиморф. Прикинь, у Эдиморфодона 2220 хп и 694 атаки. Он по хп опережает пиродактиля, но я вижу, тут все-таки акцент больше делают на атаку. У кого атака круче, тот и первый. Так, я думаю, что против этого ханурика нам достаточно будет и топиелозавра. Так, и надо что-то, я не знаю, ну, подстраховку взять, наверное. Возьмем их тестигу. Мы даже сделаем немножко по-другому. Их тестигу возьмем первым. Деплотатор возьмем третьим. Ну что, поехали. Естественно, я сразу буду атаковать. Тут не обсуждается это дело. Блин, ну вот этот у него рептилия, ребята, 31 уровня. Ты понимаешь, что если он его возьмет, он меня тут нагреет не кисло. И он трындец. 748 к атаке. Естественно, тут даже не обсуждается, ребят. Тут даже не обсуждается. Беру защиту сразу же. Он сейчас испугается, он бежит. Он будет меняться. Не стал? Тогда я рискну. В принципе, неплохо. 1200 у него. Даже больше, да, отняли. 777 хп оставляем. Но вот сейчас нам прилетит тут не кисло. И, скорее всего, даже завалит. Да, вырубает. Но, дальше добиваем его мы. Он же все слил, все. Значит, нам достаточно двух атак. Плюс защиту и очки действий. А с этими уже мы справимся, друзья. С хищниками, потому что у нас диплотатор под сороковку. Тут вообще шансов у них ноль. Он, здесь, конечно, он может вырубить. Но, видишь, он ничего не делает. Поэтому, как бы, просто разрываем его на кусочки. Раз, два, три. Раз, два, три. Он одну атаку сделал, да? Или две, я не помню. Ладно, проверим сейчас. Опачки. Опа. Так, 5 очков, да, или сколько? 4. Что-то он мудрит. Но здесь ему уже в любом случае не выкрутится. Раз, два, три, четыре, пять.
Все, его запетрушили. Goodbye, my friend. Тут уже 309. Ему надо будет слить три атаки. Ну вот и все, вот ему и крышка. Давай, Диплодотор, работай, как ты умеешь. Как ты жаждешь рвать своих врагов. Конечно, конечно, ребята, этого за глаза и за уши. Все. Гуляй, Васек. Но это была только первая битва. Погнали. Так, тираннозавр. Тираннозавр и Тиродаустра. Тиродаустра. Ну, здесь мы возьмем с тобой нондогазавр, это понятное дело. Ну, кого-то надо пускать на мясо. Есть идейка. Есть у меня одна идеечка. Если мы с тобой возьмем Таниколагриуса плюс, блин, ну ладно, ладно, пускай. Плюс возьмем Эрхозавра и сверху притравим все нондогазавром. Только надо, наверное, ладно, сделаем так. Поехали. Что-то вот насчет, блин. Ладно, посмотрим. Пятьсот и пятьсот, это, ох. Он может сразу что-ли наказать? Не уверен, конечно, но посмотрим. Такс. Угу. Если я возьму вот так вот, к примеру, и вот так, что же он будет делать? Сейчас вызывать будет Птеродаустра, скорее всего. Сколько? 1100. Да вы серьезно, что ли? Не, ребят, так дело не пойдет, надо вырубать его нафиг. Раз, два, три, четыре. Вот это будет у нас мясо. Блин! Бедный, бедный мой Уэрхозавр. Сейчас его тут просто выпотрошат. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Просто выпотрошили к чертовой бабушке. Нет, ну, Дагозавр, не сейчас. Вот, надо мясо отдать им. Надо отдать им мясо. Так, он что-то ничего не хочет сделать. Хорошо, сделаем вот так это. Угу. Крышка нам, да? Нет! Мы выстояли. Ты прикинь, мы выстояли. Так, значит, смотрим. Раз, два, три, четыре. И вот так вот. Блин, я ошибся на одну атаку. Ай-яй-яй-яй-яй, да как же так-то? Ну, в любом случае, ему крышка, ребята. В любом случае, уже от нондогазавра их уже ничего не спасет. Он одну очку действий оставил, я это видел, ребят. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, гуляй отсюда. Блин, как же я так просчитался-то, а? Ладно, ничего страшного. Тираннозавр мод 2 нам ничего не сделает абсолютно, ребят. Если он даже сейчас простоит в защите или еще что-нибудь, все, мы его просто сейчас уничтожаем. Все, я сомневаюсь, что он там, ну, даже 4 возьмет защиты, а он берет всего лишь 2. Все. Сейчас такой ему бонус атаки прилетит. Вот и все. Так, это у нас был второй поединок. Так, переходим плавно на последний, заключительный бой. Два тираннозавра и центаузавр. Я хочу взять птеродактиля здесь. Наверное, придется кого-то откатывать. Ха, откатывать никак не получится. Блин, ну как быть-то тогда? Так, ты сколько у нас? 70.
Возьмем тебя, браток. Хотя нет, подожди. 612. Ну, блин. Начинается вот это вот мешканье. Давай вот так вот сделаем. Посмотрим просто. Мне интересно посмотреть, как Эдио Морфодон, да? У него 694 к атаке. То есть, соответственно, сразу бомбану. У него останется 1000 хп. И просто посмотрим, что он будет тут делать. Если он будет сейчас меняться. Ха, он меняется. Он меняется, Жюльен. Вот теперь нам нужно с тобой что? Вот так я сделаю. Завалить не завалит, а Раджастега повеселится. Ох, повеселится сейчас Раджастега у меня. Так, Раджастега, выходи, будь добр. Тут один жучара выпендривается. Будь добр, накажи его по полной программе. Вот и все, больше помех у нас не будет здесь. Так, ну ему достаточно будет две атаки применить. Дальше Эдиум Рафадон его разрывает в клочья. Давай-ка, Эдди. Сколько нам нужно там с тобой сделать? Три атаки, да, получается? Раз, два, три. Давай все тогда сливаем, потому что... Блин! Почему я все время думаю, что он защиту ставит? Ну, этого ханорика уж добьем как-нибудь уж, поверь мне. Две атаки в любом случае ему придется слить. И две поставить в защиту. Ну, птеродактилю глубоко плевать на это, да? Конечно. Чихать он хотел на все остальное. Просто пробивает. У него 902 к атаке. 902, ребят, почти 1000. И с каким-то там тиранозавром. Для него это, знаешь, как... Поиграть, я не знаю, там, в песочнице. Ну, что нам выпадет? Сколько? 500. 500 очков доверия. Ну, неплохо, ребят. У нас 8000 очков доверий. То есть еще даже 8200. То есть это 1800, и мы с тобой опять откроем чистое золото. Так, кто у нас здесь? Покажи, пожалуйста, мне. Этот, как его звать-то? Афиокамим? Или как? Забыл, ребят. Афиока... Да ё-моё, это, ребят, потому что зависло что-то, я не пойму, там лагануло. Вот это бесит, когда вот эти вот секундные задержки идут. Да что ты, блин, вот... Не знаю, ребят, наверное, не получится. Сейчас последний, да, это, наверное, бегущая шкала будет, да? Самая бесев нет. Потрясающе. И последний, вот он, бегущая шкала. Есть. Зеленку, да? Да, зеленку, ребят, идеальная поимка. Шикарно. Ну что у нас там еще остается? Схватка редких. Ну что, пойдем на эту схватку редких. Тогда уж поиграем, да? Здесь нам достаточно будет, наверное, спинораптора. Нет, я возьму велоцираптора здесь. Так, подожди. Велоцираптора тропиогоптера. Ну, это специально против метриоринха. И, наверное... Надо, наверное, вот так все-таки сделать. Поехали. Схватка редких. Тут особо, конечно, награды нет у нас, но побаловать себя, я думаю, пойдет. Ты там хрюкаешь, кричит он мне там. Ты гляди-ка, а. Паренек совсем потерял страх, я смотрю. Мне придется все сливать.
Угу, вылез, выполз из какой-то пещеры. Но тебе же кранты, ты же прекрасно это понимаешь, что тропиогоптер просто тебя сейчас разорвет в хлам, на клочки. Раз, два, бонус. Вот и гуляй, Вася. Пара за Уралов. Ну все, тут, конечно, кранты тропиогоптеру. Ну а велоцираптор, соответственно, сейчас разнесет пара за Уралов. И он здесь уже ничего не сделает. Поехали, родной. Давай, бомбить его. Все. Ну что, первый поединок нормально. Единственное, что обидно, мало очень у нас динозавриков, которые могли бы здесь участвовать. Так, анкилозавр, аэротитан и паразавр, опять же, да? Паразавр. Ну что, поехали. Нам нужен хищник. Берем с тобой спинораптора. Против аэротитана я возьму, наверное, стегоцератопса. И плюс ко всему, наверное... Так, а почему у меня этот спинораптор не прокачан? Не понял я юмора. Сейчас, друзья, секундочку. Спинораптор почему-то не прокачан. Так, это карнораптор. И где же ты? Так, существа, хищники. Так, ютеранус, спинораптор, вот он. Перейти. С какого, блин, перепуга ты не прокачанный, а? Гибрид. Капразух. А у меня 513 всего лишь. Капразух. То есть, если спинораптор у нас будет 40 уровня, да? То мы можем из него сделать... Спинотазуха. Блин, где же взять такие ДНК-то? Можно, конечно, по-моему, поменять, насколько я помню. Ладно, сейчас не об этом. Сейчас мы с тобой должны сделать вторую битву. Награды такие себе, знаешь, паршивенькие. Я не знаю, может быть, одного все-таки хватит спинораптора или нет. Ладно, давай так сделаем, вот так. Фиксим. Потом возьмем анкилодока. Там с кем-нибудь. И, в принципе, нормально все будет. Так, ну что, я здесь, наверное, бомблю сразу же анкилозавра этого. Не знаю, если он даже возьмет аэротитана, скорее всего, он так сделает. Да, аэротитана мы с тобой возьмем тогда вот таким вот образом. И не будем волноваться, потому что хищников здесь нет. И он нам ничего здесь не сделает. Меняется, пускай меняется. Ну что, я думаю, наверное, пора его... Подожди. Вот так вот сделаем. Раз, два, три. Готов, хлопчик. Анкилозавр, у которого 501 хп. Трусанет, я тебе говорю, он испугается, наверное, будет сейчас меняться. Воу! Нет, ребята, он не испугался. Он же все слил. Да, он всю атаку, по-моему, бомбанул. Поэтому раз, два, раз. На-ка, гуляй-ка. Ну, аэротитан, конечно же, тут забомбит. Понятное дело. Две атаки потратит на это все дело. Три! Фух. Ну, тогда все. Тогда до свидания. Давай, стегоцератопс. Звездоника этому аэротитану, чтобы он тут знал свое место. Шикарно. Ну и остается последний у нас поединок. Это заключительный у нас. Сейчас посмотрим, кого нам там дадут. У нас остался из элитников только анкилодок, аэроти... О, самое то, что нужно, ребят. То, что доктор прописал. То есть анкилодок справляется с этими двумя. А вот с анкилозавром нам надо... Кого-то, наверное, взять, вернуть. Или же... Ну, сколько ты стоишь, парень? 57, дорого.
А ты 55. Блин, а что ты? Ну, я могу, конечно, Капразуха взять. Или же сделать вот так. Ну, придется так делать, а что делать? Ребят, выбор не особо велик. Я знаю, что Анхилдок Аэротитана просто с одного удара сейчас врубает. Прикинь? Просто с удара, на, и все. И нет этой птички. Кеца. Кеца хочет повыпендриваться. Меняется. Хорошо, меняйся. Ну что, родные, готовы поработать на благо отечеству? Поехали. Мне их нисколечко не жалко, вот этих хищников. Они идут как мясо. Он опять возвращает Кецу. Соответственно, он за счет того, что там меняет, обменивает, он тратит свои очки действий, а мы с тобой просто будем приумножать их. Ну, давай, вырубай, у тебя получится. Все сливаешь и получается. А дальше-то? А дальше выходит Анкилодок. Весь заряженный, понимаешь? Весь. И просто уничтожает его. Просто вот берет и уничтожает. Бамс. На 1732 получил. Получил. Выходит анкилозавр, выпендривается такой. Я крутой, там все дела. У нас две защиты, у него 4 очка 10. Естественно, ничего не делает. И сейчас мы с тобой просто прописываем комбо-удар, состоящий из 8 атак. Да-да-да-да-да. Вот такое вот землетрясение мы ему сделали. Все, друзья, идеальная победа. И все события мы с тобой здесь прошли. Ну, не считая, конечно, битву хищников. Но мы ее с тобой в любом случае не сможем пройти. Думаю, несложно догадаться, да, что вылетела игра. В общем, мы с тобой пройти не сможем, потому что у нас нету рептилий. А там у нас будут хищники одни. Так что... Так, вот видишь, у нас тут... Вот, Капразух. А у нас Сарказуха. А Сарказуха я тоже для чего-то копил, ребят, на самом-то деле. Я вот не помню, для чего, правда. Так, а подожди, а почему не меняется? Ага, вот так надо это все делать. Ну, пускай. Кто там хотя бы, хоть покажите мне. Ну, давай попробуем поймать. Эдиоморфодон, что ли, или кто это? Нет, какой Эдиоморфодон? Это этот. Рамфоринг, по-моему. Допустим. Блин, ненавижу. Да как ты тут по краешку-то поэтому? Офигеть, они там сделали. Там нужно, я не знаю, как там даже пальцем, если проводить. Я не уверен, что сможешь. Особенно, если палец у тебя жирный. Окей, и последний, давай. Опять шкала. Ать! Не, ребят, реакции нет абсолютно никакой. Так, ну что? Получается, что все прошли. Ребят, ну, схватка чемпионов, я еще раз говорю, здесь невозможно пройти. В связи с тем, что нужны чисто рептилии здесь. А у меня всего их две, и то они уже отыграли свое. Так, давай глянем, что у нас тут. Можно кого-нибудь вывести нужного нам? Есть у нас какая-нибудь там редкость, нет? Нету. Редкости у нас, к сожалению, никакой нету. Лабиринтозавра я не хочу брать. Мавиозавра есть только. Я вон лучше Птеранодона возьму. Пускай выводится потихонечку. Прокачаем его по фулке, да? Пускай будет бомбическая сила. Так, тут час, тут 3 часа. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, пожалуй, сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!